Командир легендарного подразделения Motorola в кабинете экс-мэра города Комсомольска. Хочешь трофей будет? Да, куда ты можешь? Да, Сергей? Ничего интересного, как правило, в таких кабинетах не бывает. Не трогай, не трогай. Так, мягко бороды. Да? Карта города. Повесил ты его? Да. Все висит. В этом кабинете нам нужна только карта города. Уникальные кадры. Первый звонок из кабинета экс-мэра Комсомольская делает командир регионального подразделения. Стоп, не шурши, не мешает. Она есть, но она не вся. Да. Подробная? Да. Командир, ты обратил внимание, даже украинцы теперь говорят только Новороссия. Ключ от гаража? Гараж нет, это включен. Где-то вот, еще стоял почти. Гараж же есть? Да, вон там. Надо досмотреть все сейчас. Гамбит, слышал? О. Украинские новости, они теперь нас называют «Чертая Новороссия». Понятно. Поняли уже. Все. Так. Вот страна Украина. Нет страны Украины.